Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал только о смарт-часах. Вчера для наших часиков Galaxy Watch 4 было крупное обновление, причем для всех сразу вообще. Это очень редкость большая. Всегда обычно сперва идет обновление для Galaxy Watch простых, да, а потом уже для Galaxy Watch LTE версий. Сейчас же вышло вообще на все сразу модели одновременно. 600 с лишним мегабайт весило обновление, и, естественно, там есть несколько интересных фишечек, о которой, об одной из них сегодня я вам расскажу. Вот, как вы видите, у меня мои часики одеты на правой руке. И, как видите, циферблат у меня, ну никак. Вот, все, бесполезно. Часы можно будет только перевернуть кнопками туда, и тогда встанет все нормально. Но, наконец-то, они сделали вот эту фишечку, которая есть у нас в Galaxy Wearable. Зашли дальше в Galaxy Wearable, дальше способы, советы и пособия. И здесь уже правильное расположение устройства. Все, видите, вот он показывает что-то, как здесь. Рисуночек вы перейти к настроечкам и запястье левое. Я ставлю правое запястье. Вот оно, мое правое запястье. И дальше левое здесь расположение клавиш. Все, налево. Расположение клавиш туда, значит. И тогда у меня циферблатик переворачивается и становится мне приятно. Но, хочу сразу сказать, функционал кнопок не изменяется, поэтому вам придется привыкать к функционалу кнопок. Он остается прежним, так как это по железу не поменять, потому что надо менять железо. Потому что кнопочки привязаны к определенным функциям на материнской плате данных часов, поэтому их, в принципе, не изменить. Что вот здесь, как было, допустим, выключение, отключение сверху, да, и возврат на главный экран, а здесь назад и так далее, и тому подобное. Но можно задать, в принципе, любые действия практически нужные вам с помощью вот этого вот приложения. В описании видео будет ссылочка, как поменять кнопки. Или сделать, допустим, по умолчанию на нижней кнопке, вы сами знаете, у нас стоит Samsung Pay, а как вы видите, у меня Galaxy, а у меня Google Pay стоит. И это все меняется, как я уже сказал, той программкой, которую я вам до этого показал. Вот такая вот интересная вещь появилась. Наконец-то, те, кто часы носит на правой руке, для вас это, я понимаю, просто подарок. Пусть Бог вас благословит. Вам же напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях. Ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, только в том случае, если мои видео будут для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч.